Мелюзя Зайдуллина о профессии модельера одежды мечтала с детства. Сегодня она создает интересные, модные и практичные вещи от идеи до воплощения. А в перспективе планирует возрождать и развивать легкую промышленность России. Стремление к успеху и трудолюбие Мелюзя доказала, став победительницей чемпионата профмастерства WorldSkills Russia. Сначала на региональном этапе, затем и на окружном. Я считаю, что многие люди как бы меня заметили, думаю. Как бы показала то, чему нас учат в техникуме я, в первую очередь. Вот, показала себя. С другой стороны, я и посмотрела на то, как работают другие люди. Для дальнейшего я считаю это большим плюсом. Чемпионат WorldSkills имеет мировые масштабы. Цель движения – повысить престиж рабочих профессий. В России первый региональный чемпионат прошел именно в Самарской области 3 года назад. Идею поддержал губернатор Николай Меркушкин. В этом году за звание лучшего в 12 профессиях в Самаре боролись более 70 молодых специалистов. А четверо сумели доказать свой профессионализм на уровне Приволжского федерального округа. Теперь эти ребята отправятся в Казань на всероссийский этап WorldSkills Russia. Самарская команда – это модельер, повар, кондитер и электромонтер. На конкурсе Равилю Атласову пришлось выполнять реальные производственные задачи. В компетенции электромонтаж мы собирали монтаж осветительной сети, приближенных к жизни, скажем так, и силовую цепь опуска двигателей с реверсом. Популярность рабочих профессий не быстро, но все же растет. Что важно для Самарского региона, промышленность которого за последние годы стала активно развиваться, отметил на встрече с победителями окружного этапа WorldSkills Russia глава администрации Самары Олег Фурсов. У нас очень большие сейчас заказы с НТК «Кузнецов», ЦСКБ «Прогресс». У нас есть ряд перспективных разработок. И, конечно, потребность в специалистах высокого класса, она колоссальна. И проведение вот таких конкурсов, как WorldSkills Russia, оно позволяет создать интерес к рабочим специальностям. Соревнования рассматриваются как олимпиада. Да, есть возможность получить новое оборудование, поработать на нем. Все силы самарские студенты бросили на подготовку к соревнованиям в Казани. В случае успеха нашим ребятам предстоит выступить на европейском и мировом этапах конкурса. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.